Саха жаны сәргеті алоқтоқ үтчет промышленностқа үлелері келінгі кісілер келбәті. Оноға бір төретінен анмасына қына бір ден тірілтіға білі тұрар білдер беге алоқта жомуд манна әлбәкке үлелі. Алмаз анабары тірілті. Сабылылар әбеттер атын сәрге көхір ден арас сонымдар балылар. Бұ түхі ұрыннағай. Бұ беге жомы сәрге бет ұрытылары әтек күрджік сөптөң әтейді әбеттер сұйғаду. Итінден алнабыр алмастыр тәрілті тұрғын туған арас тұрыуыны бүгін беге ұрытық бұт тәрілті халай әтчеті әтінден туғ әтейлі оның бұ бүйінгі кәрсетіптігер әге мекіт тәргетігер етілақ болақытына ватсапытығар сүрегітерін арауыды. Ағыз 910-2019 сүрбекке 6-12 ден беге ватсапыт нөмірі, әтенде студияға нөмір бүттердінікке 30-9 сәртте әриен келін бәғат үйтілер бүтін әтілер бүтін берер бүтігер ұңырауыды. Маны тағынан алмағы қостур терілтені күтті өрсілдір көлелігер, анабыр ұлығығыр қолбан асыл жекпіт, ұлыз бағылыға бұ промышленің кампанияны күтті үлі арас өріттерін әме кәпсияға, сырдытыяға, бұ бәйтін сынатын әме үлістияға. Онына бүгінгі бері бітігер, беге түміктер түхімік бітігер, сылғы күстігін туғынан кәпсетекпет, етені сылғығыттар түбіктерін әйеқанан сырда текпет, манына Бехер Республика өттегер кейінлік білілер сылғығыт Николай Тимофеевич Винокуров кәлін күттіға, онына сылғыны бұл сылғы күстігін туғынан бәйтін санатын үлістеған. Онын кәпсетеге күтті әргеттегер қарабыд. Күндік ұрайшылар бұт ұттын білінгі кәлінгі кемгетті интернет сетіме ғарына бір алмастырын туғынан арас сұруы тоқсыр, білген бігеге 10 тұн бұғатардылары әйеқі қырықты көндіріққа сұрағын көрін аға бұт. Ол күрдіға набыр алмастырын Новосибирскегі көхірін рәлілерден өсі сарбүйі болан аңардыра үлелебәкі сілдерден сұриялдар. Алыр оса набыр алмастырын сабан әрер, атылан әрерден әмейі әтелері біт. Бұ түхі орыннағы, тоғаманның кәпсетті тақсары. Бұ тұғынан бігеге алыр оса кампания салықтатыттан, онына набыр алмастыр тәріліктеттен ұйталасты бұт, маныйықан алыр оса кампанияның салаятчы Сергей Иванов бұ тұғынан бігеге кампания бұтығар, ұлақан интервью берері бұланын әрден құруы тұтты бұт, оның бігеге алыр оса қалаятчытын ұлақан интервьюдің бігеге қанал бұтығар емейін сотыры кемінен көріп бұт. Отто набыр алмастыр тілтені қалар, Павел Ирсевич Маринычев бігені күтті бұға Сибәске тақсан олар, білеген бігені күтті Сибәске ватскайпынан тақсыға, онын күндік өрәтшілер бет, ватсаппыт нөмірін өсі түгірсан атабын, ағыз 914-2019 сүрбекке 612, әтіне студияң нөмір бет, түрденікке 30-9-10-сәтті әриен кәләрінген әңіра бет. Набыр алмастыр акционерінің обсыства генеральның директоры Павел Ирсевич Маринычев күтті көпстебет. Павел Ирсевич, добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо, связь хорошая, звук есть. Тысяча якутян работает вот алмазах Анабара. Для нас это предприятие больше, чем просто компания по добыче алмазов. Да? Поэтому слухи о закрытии или переезде предприятия взволновали якутян. Какова нынешняя ситуация в алмазах Анабара? Есть ли основания для волнения? Да, хотел, во-первых, сразу же сказать, что эти слухи не являются обоснованными. Это всего лишь слухи. В этой связи прежде всего хотел бы отметить, что сейчас информационное поле таково, что любые сообщения, которые появляются в каком-либо телеграм-канале или WhatsApp, воспринимаются пользователями таких сетей как чистая правда, что совершенно не всегда таково является. Часто это чей-то просто домысел или вымысел, часто это корыстный интерес. Вот, поэтому, мне кажется, для того, чтобы правильно понимать информацию и владеть такой информацией, что называется, правдышней, да, реальной, лучше всего делать так, как вы делаете. Напрямую спрашивать у нас. Мы компания открытая и никогда ничего не утаиваем, не затаиваем, всегда говорим так, как оно есть. Теперь по сути. Действительно, «Алмаз Анабара» является дочерним предприятием группы «Алроса». И для группы «Алроса» мы являемся
стратегическим дочерним зависимым обществом, которое поставляет качественную продукцию, в частности, востребованные нынче на рынке фантазийные алмазы. Вот. Наше предприятие работает в соответствии с долгосрочной программой развития, которая утверждена до 2032 года. И говорить о какой-то продаже нашего предприятия «Алроса» или каком-то либо другом отчуждении, ну, не приходится. Этого просто нет. Читал эти вбросы в интернете, когда говорят о том, что запасы кончились и так далее. Вот, это не является правдой. Мы находимся на традиционном уровне запасов в нашем балансе. И как минимум десятилетняя программа долгосрочная, она сформирована, и мы внятно по ней планируем свою работу. Дальше посмотрим. Дальше также будем развиваться. Ну, то есть сейчас, в данное время, сокращений нет у вас? Если мы говорим про сокращение запасов, то, естественно, любые запасы, они конечны. Вот. Но говорить о том, что в нашем балансе запасы алмазов, ну, каким-то образом, ну, там, на какой-то период мы планируем деятельность меньше, чем ранее? Нет. У нас традиционный запас в нашем балансе, и мы планируем свою деятельность в тех же периодах, как и всегда. Вот. Если вы спрашиваете про производственный объем, то да, в этом году объем добычи он был сокращен. И не только в алмазах Анабара, но и практически во всех структурах группы Алроса. И связано это, ну, не с сокращением запасов, а с мировой конъюнктурой алмазного рынка. И все об этом прекрасно знают. Павел Алексеевич, уже наши телезрители начинают писать и волнуются. Вот он интересует, а что связывает алмазы Анабара с Новосибирском? Почему говорят, если в Новосибирске есть бухгалтерия? В Новосибирске есть так называемое АЦО, это отдельный центр обслуживания, который обслуживает, ну, с точки зрения ведения бухгалтерского учета, всю группу Алроса. Вот. А также, ну, знаю об этом, что якобы алмазы Анабара переезжают в Новосибирск. Нет, это не так. Там находится центральная бухгалтерия, которая обслуживает всю группу. Но и своя бухгалтерия в алмазах Анабара тоже есть. Павел Алексеевич, да, 2020 год действительно был трудным, да, во всех отраслях. А вы какие основные итоги можете сказать года? Если говорить про итоги 2020 года, то добыча алмазов в 2020 году составила 3 533,7 карат, вот, или перевыполнение плана на 7,1%. И также мы добыли 165,6 килограмм золота с перевыполнением плана на 62%. Я почему сейчас говорю такие точные цифры, тоже читал, что у нас в разных отчетах разные цифры. На самом деле они не разные, просто коллеги пользуются разными периодами. Когда мы закрываем свой промывочный сезон, случается это в сентябре, мы говорим о добыче алмазного сырья и о добыче шлихового золота. После чего алмазное сырье проходит соответствующую очистку, да, в цехах окончательной доводки, а золото проходит, как известно, афинажную обработку на специализированных афинажных заводах. Вот после этого возникает такой коммерческий объем добытых алмазов и попутных драгоценных металлов, которые уже учитываются в нашем балансе. Вот я сейчас вам озвучил цифры, которые учтены в нашем балансе за 2020 год. Мы знаем, в прошлом году были законсервированы участки по добыче алмазов. Что это означает? Будут ли продолжены работы?
Да, действительно, пандемия весьма серьезно ударила по алмазной отрасли. Считается, что рынок лакшери, к которому относится деятельность по добыче алмазов и производству бриллиантов, последний раз переживала такой кризис 100 лет назад. Uh-huh. Вот. И, конечно, некоторые участки алмазов Анабара были, работа по ним была приостановлена. И не только в алмазах Анабара. Это случилось практически во всех подразделениях группы. И это случилось во всех предприятиях мира. Кстати говоря, группа Алроса – это практически единственное предприятие, где добыча не останавливалась полностью. Практически все мировые компании останавливали свое производство и ставили его на паузу. Алроса продолжала работать весь этот период времени, но не в полном объеме. Вот. То, что касается второй части вашего вопроса, как будет ли восстановление, конечно, здесь все зависит от мировой конъюнктуры рынка. И если он будет требовать продукцию, то объемы будут восстанавливаться. И я здесь хочу сказать, что последние продажи, которые мы наблюдали во второй половине 2020 года, в самом конце года и в самом начале года смотрим, они дают обоснованные надежды на то, что наша добыча восстановится уже к традиционному объему в 2021 году. А это, в свою очередь, означает, что мы должны будем вовлекать в хозоборот все наши месторождения уже начиная с четвертого квартала 2020, то есть текущего года. Потому что горная отрасль – это не кнопочка вкл-выкл. Для того, чтобы добыть алмазы в 2021 году, нужно подготовить соответствующие пески в 2020, начиная с 2020. Вот такой ответ. Угу. Осенью еще, Павел Алексеевич, была информация, что «Алмаз Анабара» трудоустраивает своих работников в других компаниях. Идет ли речь о сокращении работников? Действительно, так оно и было. Естественно, когда приостанавливается работа на производственных участках, это влечет высвобождение сотрудников. Угу. И мы поставили для себя задачу своих сотрудников трудоустроить. Вот, в этой связи мы активно этим занимались и занимаемся сейчас, вот, и это принесло свои результаты. Как вы все знаете, благодаря поручению руководства нашей республики Арсена Сергеевича Николаева и благодаря прямому контакту с «Газпромом», который был организован генеральным директором «Алроса» Сергеем Сергеевичем Ивановым, якутские вахты полетели на Чинду, вот, в том числе туда летали сотрудники «Алмазов Анабара». «Алмаза Анабара» вообще выступила оператором по отправке этих вахт. Вот. И сейчас этот процесс, он уже на потоке. Это не единственное, а уже там традиционное мероприятие. Наши ребята летают на Чиндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Кроме того, мы посмотрели и, что называется, по сторонам, выиграли государственный контракт на проведение геологоразведочных работ в Булунском районе, например. Заключили ряд контрактов с частными компаниями сервисных, где выступаем в роли сервисной компании. Очень здорово здесь, опять-таки, поддержала головная компания «Алроса». Мы сейчас, как «Алмаза Анабара», уже работаем на Ихальской площадке и спустя там буквально пару недель приступим к работе на Мирнинской и Удачинской площадках и группа «Алроса». И, соответственно, это дает нам возможность, собственно, трудоустраивать наших ребят, тех, которые не могут работать на законсервированных участках алмазов Анабара. Мы это делали осознанно. Для нас наш коллектив, я считаю, он лучший коллектив и очень горжусь им. Вот. Для нас это главный актив, и мы к своим людям относимся с глубоким уважением и бережностью. Ровно поэтому мы эти действия производили, я считаю, что они обоснованные и правильные.
Павел Алексеевич, у нас присоединяются наши телезрители. Давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. А почему сократили мастеров на проходке, на Правоморозке, именно на Правоморозке? Более 20 мастеров без работы остались в этом году. Спасибо за звонок. Да, спасибо большое за вопрос. Как я уже говорил выше, потребность в наших ребятах, она на самом деле продиктована только производственной необходимостью. Соответственно, те коллеги, которые не востребованы в этом году, будут востребованы чуть позже. Но если говорить об общих объемах геолого-разведочных работ, это, по сути, наверное, единственная такая статья, которую мы практически не трогали и не сокращали. Все-таки геолого-разведка – это будущее любой компании. Вот, и мы ее фактически не уменьшали. Объемы геолого-разведочных работ в Алмазах Анабара, они остались такими традиционными. Павел Алексеевич, вот среди моих знакомых даже людей есть, да, которые из-за пандемии... Кстати сказать, ага. Наверное, если посмотреть на общую численность наших геологов, она в этом году не меньше, чем в прошлом. Еще раз говорю, что среди моих знакомых даже люди есть, которые вот из-за пандемии, у кого-то горло болело, кто-то контактный был, не поехал, короче, работать, да? А они в следующем году поедут, нет? Ну, не только в следующем году, но и в следующем сезоне. Действительно, нас действовали довольно серьезные ограничения по заезду на наши производственные участки с точки зрения коронавирусных этих ограничений. Да. Вот. Мы, к слову сказать, не допустили распространения коронавирусной инфекции в течение нашего промывочного сезона. Это, пожалуй, единственная вахта, которая это сделала. Вот. Поэтому, да, такие ограничения, они действовали, но это никак не лишает права поработать у нас, тех ребят, которые там поболели, выздоровели. Конечно, мы всех ждем. Хорошо, еще раз присоединяются наши телезрители, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, вечер добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите. У меня вопрос такой. Почему вот на Новосибирском области централизованная бухгалтерия находится? А почему невозможно в Якутии такую бухгалтерию иметь? Ага. Почему должны эта централизованная бухгалтерия оплатить налог Новосибирской области? И почему наши люди не могут работать там, в этой бухгалтерии. Спасибо за звонок, Павел Алексеевич. Да, вот тоже здесь пишут наши телезрители, вообще интересуют, почему находится в Новосибирске именно. Как я уже говорил, это структура, которая называется АЦО, отдельный центр обслуживания, она обслуживает всю группу Алроса. Как известно, Алроса работает в нескольких регионах нашей страны и за рубежом. Вот, это и Республика Саха-Якутия, где наиболее представительное присутствие группы. Это и Архангельск, да, это и Москва, и ряд других регионов. Иркутская область с точки зрения логистики. Вот, геологи Алроса работают в разных регионах, и всех их обслуживает этот центр, который расположен в Новосибирске. Место, оно выбрано, исходя из часовых поясов, на самом деле, да, для того, чтобы всем было одинаково удобно. Вот, это то, что касается АЦО для группы, но повторюсь, то, что касается Алмазов Анабара, мы на сегодня работаем своей бухгалтерией, которая располагается в городе Якутске. Ну, это вторая часть вопроса тоже интересует, вот налоги, например. Налоги Алмаза Анабара платят в Республике Саха-Якутия, вот региональные налоги. Вот, то, что касается местных налогов, естественно, это
оплата по месту работы и месту проживания. Как известно, у нас работают местные ребята. Вот, ну, федеральные налоги, соответственно, федеральный бюджет. Поэтому наличие ОЦО не влияет на уплату налогов Алмазов Анабар. Павел Алексеевич, еще звонок есть. Давайте послушаем. Алло. Алло. Эфирге тағыстығыз, саңырым бағалысты. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Вопрос у меня вот, Павел Алексеевич. Пожалуйста. Почему, нет, и вообще вот руководителям республики, почему республика такая владея пакетом акций в Алросе? Да. Нет, вопрос непонятен. Давайте еще раз повторите. Почему правительство республики Саха-Якутия, имея пакет акций по Алросе, не может обеспечить своих работников? Угу. Своих работников. Ахалы берер вахалысты мен тылбастан күрел. Это тохтерин аны? То беги правительство вот эти Новосибирской га осейнан көрсетті дейвен. Мені кетур бута Югузской га варта бардын тоға атын региона көрелдерінде. А ты тене хурида аты вытти шы байтык? О, он там улын эти. Беги правительство вот эти дне бәті интересе қылықта қылай атын региона көрелдерін күрдік. Павел Васильевич, интересует вот опять-таки Новосибирские, да, они говорят, что правительство почему не заинтересован, чтобы бухгалтера централизованно была именно в Якутске, и налоги, и все работники, наши местные кадры, а не вот в других регионах пойдет. Мы как-то объяснили, еще раз, можно как-то вот компоновать этот ответ? Правительство ну, может нашей республике? Правительству я никак не хотел бы отвечать на вопрос, который адресован правительству. А если вопрос адресован по поводу и по сути ОЦО, еще раз хотел бы донести информацию о том, что отдельный центр обслуживания обслуживает всю группу Алроса, которая работает в разных регионах Российской Федерации. Вот. И выбрано место по и прежде всего исходя из удобства, да, чтобы по часовым поясам была равноудаленность для всех. А если говорить про компанию «Алмаза Анабара», то «Алмаза Анабара» на сегодня работает в собственной бухгалтерии, которая располагается в городе Якутске. Алмаза Анабара терелте бухгалтерия тема на Джукуске габевитер бардин сетюр хахалы бахарын берекка, он то Новосибирске габарын тюрюете, и те часовой поиск лоуранден. Павел Анатольевич, здесь пишут, интересует многим о трудоустройстве. Там какие качества необходимы для поступления в Алмазах Анабара и вообще какие специальности сейчас набор идет? На каких специальностях? Ну, как здесь хотелось бы сказать прежде всего о том, что Алмазы Анабара работают круглый год. Основные горные работы и основные геологоразведочные работы происходят в зимний период. Поэтому в зимний период это в основном геологи и горняки. Вот. Ну, что такое горняки? Да, это операторы спецтехники, это опять-таки те же мастера. Вот, ну, достаточно широкий спектр профессий. Вот, именно зимой мы готовим те пески, которые потом обогащаем в течение летнего периода времени. Ну, а летом, соответственно, это опять-таки горняки, но в меньшей доле, да, потому что есть еще определенная часть летней добычи. Вот. Это опять-таки геологи, но уже в основном поисковики, да, которые ходят и ну, собственно, ищут те места, которые затем уже, затем уже разведывают в течение зимнего периода времени. Вот. И обогатители, то есть те коллеги, которые промывают пески, работают на обогатительных установках и, собственно, непосредственно добывают алмазы. К слову сказать, я хотел бы, пользуясь случаем, отметить, что наши геологи за 2020 год поставили рекорд для алмазов Анабара, вот, когда они прирастили запасами наш баланс на, сразу на 6,5 миллионов карат,
Вот. Это самый высокий показатель за всю прошедшую историю нашего предприятия. И, конечно, я здесь хотел бы поблагодарить наших геологов за такой результат. То есть, кто хочет сейчас, вот молодые люди тоже спрашивают, молодые специалисты, как могут попасть, а они вообще куда обращаются? Вот здесь в Якутске или через сайт? Да, они обращаются к нам в городе Якутске, вот, приходят в наш офис, вот, и сдают свои анкеты. Там, конечно, есть соответствующие требования по квалификации, требования по состоянию здоровья, вот, потому что, ну, все равно это опасный производственный объект, и есть определенные требования и по здоровью тоже. Вот, проверяет служба безопасности, но в общем и в целом мы стараемся помогать ребятам найти себя, в том числе в нашей компании. А, Павел Алексеевич, вот в социальных сетях тоже пишут, да, что запасы алмазного сырья сокращаются, работа остается только на 3-4 года. Что же ждет предприятие после этого? И вообще, какие дальнейшие планы? Ну, как я уже сказал, эта информация, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Повторюсь, что действующих запасов хватает по меньшей мере на 10 лет уверенной работы. Но и здесь хочется сказать, что наши геологи не останавливаются, они работают дальше, да, поэтому дальше посмотрим. У нас есть звонок. Алло. Ага, я тебе. Здраво. Эй, ты как бы эфир где-то остыл? Я блин берем, да? Берем, ага. Ага. Это ты хангар огрыр? Да, слушайте, слушаем вас. Телевизор гонорар, ага, пожалуйста. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. У меня вопрос. Мне 70 лет, я сама с Якутии. И не с Якутии, просто я коренной житель. И я хочу спросить, почему от дохода, от налога мне не каждому жителю Якутии не доходит даже 0,01%? Почему нету? И наша это, земля, наша природа и очень пострадала, потому что мне 70 лет, я знаю, какая была у нас природа. Хочу это точно это знать. Спасибо за звонок. Спасибо. Значит, спасибо большое за вопрос. Здесь две части вопроса. Первое – это налоги, как они платятся и куда поступают. Вот, и вообще социальное участие, да, крупных промышленных компаний на примере Алмаза-Анабара, вот, в жизни якутян. Ага. Во-первых, в жизни непосредственно тех людей, которые живут, коренных жителей, которые живут в тех районах, где мы работаем. И вторая часть вопроса – это наша экологическая ответственность. Вот, если говорить про налоги, то Алмаз-Анабара является, относится к категории крупнейших налогоплательщиков Республики Саха-Якутия. Мы налоги платим здесь, у нас в республике, вот, у нас дома. И платим и как в республиканский бюджет, так и в местные бюджеты тех районов, где мы работаем. А вообще мы ведем свою деятельность на территории 4 арктических улусов. Вот. И традиционно мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком для республиканского и местных бюджетов. Кроме того, что мы всегда очень добросовестно, аккуратно и вовремя оплачиваем все налоги, мы имеем договоры о социально-экономическом сотрудничестве с теми улусами, где мы работаем, вот, по которым мы платим все те выплаты, которые в этих договорах прописаны. Вот. К слову сказать, в кризисный 2020 год ни одна из социальных программ, в том числе выплаты по договорам, они не были свернуты. Наши социальные обязательства были выполнены в полном 100% объеме. Но я считаю, что даже не это главное, а главное то, что мы стараемся с теми
районами, где работаем, всегда жить, я называю это по-соседски. И мы помогаем друг другу. Конечно, «Алмаз Анабара» располагает техникой специализированной, располагает производственными мощностями. В этой связи мы стараемся не отказывать районам в проведении каких-то дорожных работ или буровых работ под строительство там, социальных, например, объектов, вот, по завозу грузов. И много-много других программ, которые мы на каждодневной основе реализовываем вместе с улусами. Например, когда идут наши корабли через Северный морской путь, мы стараемся, если у нас есть свободное место, а стараемся его всегда организовывать, взять с собой грузы для муниципальных образований, да, и не требуем за это там никакой оплаты. Наши самолеты, когда у нас есть свободные места, также в распоряжении социально незащищенных слоев населения на тех улусов, где мы работаем. Вот. И опять-таки это наша социальная поддержка. И повторюсь, много других мероприятий. Но я говорю о том, что мы помогаем друг другу, потому что в ответ мы тоже получаем помощь от местных жителей. Мы кушаем мясо и рыбу, которую, собственно, добывают местные люди. Вот, с удовольствием ее приобретаем. Вот. И вообще мы, конечно, я говорю, стараемся жить как добрые, хорошие соседи и как друзья. Это то, что касается налоговой, скажем, и такой на социальной политики. То, что касается нашей экологической ответственности, то, как известно, «Алмаз Анабара» является экологически ответственным предприятием. Это подтверждено, кстати говоря, в 2020 году и международным сертификатом соответствующим, который наша компания, наше предприятие получило, вот, которое признает нас добросовестным недропользователем с точки зрения экологической ответственности. А те техногенные вмешательства, которые неизменно всегда происходят в процессе горного производства, мы всегда вовремя рекультивируем и стараемся сохранить после себя природу для будущих поколений. Мы все живем у нас в республике, и нам хочется жить так, чтобы наши дети, наши внуки вспоминали о нас добрым словом. А это, конечно, в том числе требует и экологической ответственности каждого из нас. Павел Алексеевич, спасибо вам большое. Вот и судя по вопросам наших телезрителей, и не только, да, желающих много, кто работает именно в «Алмазах Анабара», и это означает, что именно предприятие, которое поддерживает местных кадров, да, именно промышленности. Вот поэтому волнение, это, конечно, мы получили за самый главный вопрос. Это «Алмаз Анабара» не закрывается, никуда не переедет, мы работаем дальше в рынке. Павел Алексеевич, спасибо вам большое, и вам до свидания. Вам будут вопросы, всегда спрашивайте. Ответьте так, как оно есть. Хорошо. Спрашивайте время. Спасибо, Павел Алексеевич. Так, ну, вот, речи курдык бигеги, бюгінгі күнгі, әлбәқ кихе кепсетитен тахарбыт, итенне бу гюз кихе долгуй быт итыларгар хорюдары тубиерар гына биеге бу халаячыны кытты бетин кытты кепсеттибет, онуха бу «Алмазы Анабары» терлитте кырджик олохтуах кадры үлелетиге бир улахан үңөлөх кадры тун терлитте болар булады. Онон Болгомтати мактанывыт, оттан келер түйемек битигер биеге кылгыз реклама кеннеттен бу Павел Алексеевич әппетін курдук хастаганы артикулу сырын кытта тенге бир келимник үлелехен ыллы эдем нахты гүлдел роботтен онтон бу «Алмаз Анабары» деген аты деттерин курдук анабыр улуугар бу терелте билген алмастыр холсулуу жаллар ону хот үлө ону тиген этче барар онун анабыр улууттан баалык таксан кенлери кытта үлө кайдак барарын олуктак кадырдыр манна кирилерин тугунан эме биеха кепсияга онун биегитери береги бул кетерин арабын. Но
ноутбуктарга сүйбебір хэнгадере чепчати. Респект, Джокускай, Ленин проспеган от уталтата. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Саха сиринекене мекетгер тутах роллах алруса кампания туладыр икене карыстыр. Ол тугар оңрон тахары тобогун булгутчурастыр онна каттан тоха тахарар. Күн отуттан электричествону ылыр. Туханыллы бит сепдери чөлгөр төхерер. Саха сирин айылкатын нарыннам чекеретин уянын карыстыр сүдүкөгүн билинет. Алруса саха кампанияда. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Күнү көрүүчүлөр, биһиги аспыс сылларга анналмазы аннабар этерликтеги тиэ жымын үлени камнаы билсен турардакпыт ол туганан кийине белемненен бүтүктө бу күндөргө онунта биһиги келер идеке эми хаяндаганы көрдүрөкпүт онун биһиги олуктоо жымбыт бебит улаттарбыт убайдарбыт бараттарбыт кайда хулли жылларын хаянан сырдатыкпыт оттон ичи эпитим курдук анабыр улууга эрсылларга бу алмаз так она обрабатывает на этом блиман на производство промышленной телетенеги тенгули лехолдора, но хоть он сербайн костур, лохтайджану летер промышленной телетенеги талтыги арасюр тентугунан блиган бихеха, она обрабатывает бахлыгин кытта бахлыгин капсиага Иван Иванович Семенов блиган кини бихеха фирге скайп нан тахсар. Она обрабатывает национальный долган венки улуга муниципальный телели бахлыга. Иван Иванович, и тюки хан Иван Иванович. И тюки хан. Жатан, эгі ұлғысқытын абыр алмастырын күтті өрсілгі бергіл әлігін кәлігіт, аспы сыл ұстықтар алмаға қостауын атчабыты еқа күрдік бұл ұсқытығыр білінне да? Білінне. Ұсқыт білінне. Тұн, тұн үйте бақты, сен күріштетін бары білер бұл ұлғысты. Тұн ұлттан үйте, жөн ұлға келеті атчаты, ұсқытын, ну то сулака и кюс уникики бляки дополнительно хубахелда хюс хубаки кикинди и кюбика варианта ну то хана не все эти а там камеры говорили не те хамелют нам пассажиры тайлары они испугаться он барате конечно терите то участок тарин консервации лаптан инталстан он на تاگس تاگر ابیوم نرگرم بیهگی تریتلر بی تونم کنکوسه کتنه کیشلر، اونم میوم بیلرن ابیوم میاد چه هنر میاد کشته کرد، اونم بی میتونم اونو، آه چی کرد؟ بیه خوب سودم نه، آخ نمبران، میلیتیا خاموش کرد، آخ دوبله فیلم بی جمود نه کیرد کیرلر، تو تفیم کدشی سالتون اتاقی، آس تو فیلم هلا سکی بیته، اون قمنس هوتوگر اندفول امی اکیبی کاریات دوبل داره تهیه کیده اون نتون بیگیتن بو سعیشی نبودن تهایش و پروبوسیتن اولالر اچاپاتلر اولم نورش تو تهرانلر نیستن اته نتون تابتن بلندن کیلتن اکیم آبی همگل بولدند بیل اکیم آب همگل داره هت من تهران امی باقل دوبل داره من دو بیه بکتر بود с бытовой частью я бахарлан тонус. Он это, он у тахан соглашение будет на этом камере бахтина. Ван Иванович, а у сенам тон... Алмазы на бахарлан. Ага, хайдах мандык бир тылы булан ол роготы, Иван Иванович. Олық тақтыр өттілеріттен, хеге улус бахлағын өттіттен, бұ терілті халайетчыларын, оны терілті өлігеттерін өттіттен, бир тылы булу хайдах барарай. Тоа би трилило хубеки за нарачија галамата,
то у нас лака у сына отчетному республики президента Михаил Пимович Николаев Аян, а груса президента Вячеслав Антонович Штуров Аян, Гуспу Баглыга, а груса Николай Егорович ООО «Алмазы Навара» Ленкарибиттеры. То у нас лак. Он тон Волтерильте, Вейдер Улаттер Кереннер, Матвей Николаевич Евсеев, Иван Иванович Андреев Кереннер, команды Терненер. Нелепиттера, у нас аяқсы бұстата объемнары немеске олақын нарандар бұл уже акционирование бап ротырды. Кому ёқ ехен, бұл енден аттан, бұл акционерный общество терілдерігер орионмұт бәйті акциялағыта, ол акциятын правительство, сақайын правительство, МИЗО, министерство, сөйшен күтонлар бұта. Олан тұбутын болдағын 2-5 жылдаққа бұл ханға муниципальный образованиялы терілдерігер ол акциятын өттен асыпты. Он тут келин республика акция это было еще алросаты до нам порода. Ну где меня что у истории лахут, он у меня были не ханаде. История была, где мы хан нас тут. Он ехал бежи бежим балмазы на вары на гетте. Бу кенники без алтахилга соглашения бегут на баттахам это были алробот. Он у меня он баттахил бегут на меня Матвей Николаевич и все его гетте отчего где генеральный обдаган это привлекаем из баттасыпут. Бұл соглашение бұдан білеген күн бүгін әрділі сылай баттағамық білеге олар ұлып, ол ұны бұл алмазыны бар ұрыққы дағыны білеңгі де халықтата бәлерін әме ханға тұқтан келерін әді Павел Алексеевич әме кәрсияты бағытын, ол ұны келерін әді бұл социальны ответственный бизнес бұл ақы әрінтәліктеті дегеніңдалық қойып, бұл премьер атын федеральный еттеттен кәдбет директорлерге премьер болуын сөптен Мүрге Хан Сыйлыр олып. Оны премьер ағалап өт. Бұл ханға кәненері федералылар, промышленниктер кәненеме көрелілер, әме сабыншыңе баттағылар. Оны тұн мүрге олар олып, Бөбетке Хан Сыйлыр өттін ұтар Сыйлыр ұлықтар, барты тұғысы хүбе бәрәлігінен бағар Сыйлыр олып. Нәйленде бұл әне әпшестіні сәветі тұттыған ұнына бәлірі барын көрдіреуділі қайырлады. Әйтінде әйті әкологи дейін ұйтығыр ұтшығына тұқтыққары, мұнына әйті Павел Сейш әтеріні, мұнын әтімен бәімді барын әджан әйтінде көрбіппенен рекультивация өлетін тегі талар дейінде, оны әге әтшан әпшестіні әкологтарғы барын көрілдір. Әйтінде тұқ пары, түміктері қайдағы қолуыру ол әпшестіні әкологтар түміктері. Потом положительный был. Живей. Разработки, конечно, участок, это рекультивация лунат, он тут бар, хозпостройка, ну, то был, бар то какой-то рюльден, бар то хох был. Мы даже отдыхали, хорок и те участок, которые хорок дидеры агнавыттали. Бар булкенге надо было, тенге, тухаме тебе тенге агнавыттали. Ну, куда халлар баттар. Бар тен көтерене, көтері, сөйлігер төйерен ел. То он на те, растағым летен мегі талар, дей білет имеддері? Да, вон это темире имеет барата навигационный утахатыдла. Даже в Бегине мне бят темиргите мустахатна ель не мне тарче и девятки не мне тельдере тикит берелде. Но темир тахарит не мне би берет мне муньяль дяти пача би пехотна. Ага. Иван Иванович, промышленный тельд тебе эти имбиртуры то спас рукта хулялях амнастах. Он уходит эти эхиге ханагаты на тилер гитин тюхис тельдери илналлари. Потом алмазы навары ұналы, білігі үксілі білігі. Оны тұн ұналылары деп тоқ болды. Орионлық бейіне территориятын полностью, территория традиционной предупользования де. Бұл мен правительство өкеметінен әмен бағарын тұрабыд. Оны тағанан өсі ғасеттері опыты местного значения де. Осы бақыраняемен природной территории местного значения на форме гемоптект. У нас то беги он ну по форме гемоптект на бега любой промышленник бега гален бинник это уже диалог колхтрет. Уже кон уже беги то не так было. Он уже кесетем то нам надо было. Иван Иванович, вот там был. И уже экология попро. Ага. Холоборите олоқтақ, Джон, бұл промышленный улусқа олар бұттен білілері, оныттан етінне түхі мандығыншылықты қаушуш айдылыры дейқа, түхі білілдері. Бұл мен те улус бар, промышленный тілті бар болан бейі мандық бұттен әтер күқтері қайдағай. Бұл промышленность
Стюрген бирел, там был мазный промышленный предприятие, потом Дигнер Букерники, когда Улахан Кемебардадин, и билет ехать им надо, был мазы, а на баре терриберты. Был он, тутунин был, был словом, рута был, был. Был бы ректор битый, был бы и святого Куханетли. Терриберт был бодрану лапочек, как бы имам. Он там был, он бисел, что ты, был тогда, что ты, он сам там, баркин, ректор, кинерин, баркин, ордула, он барте бедрин кабинера была, он утахнул эти бастаки, эти это федеральные переселения программы, которые мики бега хабут тут, он тут у меня хитермели, и там маза на бару кометинен, и там русовый дивинер надо было, он не мне где тут тут уга социальные объекты тут уга, и мне был маза на бару на хамке минора делал, кем бы не это, и ты не ты плохо погрыз, так это было, эти свайные поля омурога, буровые или и так далее, и ты бедер спис техника на ненька меняли. Была это бегер, то был бегер, то был бегер, хама тут и так бы ты говорил, бега, кем они омурога. Он это питенько, правился, если питенько бегер, потом устам орандан, осенен дюкускайттан да навигация бирометиге месте бар болдар анеме тағысқыры неме алдар. Бұл анна бір бәлет еқтағап, бұл беге ұғысқыт ұратыта дейін, беге үлеветін қамнасықыта дейін ұрыйымыр байын, бұратын муниципалінің унитарны тәліктедің тұтынылар өтеп. Оларда ұрыйыр тәліктелер болдай. Бұл бар талабытын үлеветін қамнасықыта дейін, бұл сызық өтінен ел бұлт Дерктанада. Ол ихин алмазана бару кемете биеха худургу хавусфетте. Бу муниципальный телитене гетту гилэхэлдэ. Ата му чахане ишкотин телитедер биттэр болу бар урдургахи таксията эгинтэ. Каавы тэдбейте дебе курттэ. Онан бихи бу анагырдар бу манлык телитедерда болан мут. Хаддар вертикаль властиген бар, он эпидэштэ агустыг барта. Оңолдар онна бу манлык Промышленные территории где-то сыграло другое, меня другое, меня были тех пинар. А то эти некоторые меня были тех пинцев Иванов, что говорим, меня тюрьон хайден урок, рак ухук сатерных лек был лагать, солы и гасов Сергей, он на улахан культура дворы гату тулу толы мель богатер был лагать. Не. Ну культурное это. Кинотеатр, да. Он на мель улахан как-то буровой или не, тут материал на мель. Ага. Иван Иванович, он это этиник промышленный, теле да хулус торга, и тугу себе лехать идти. Себе бы хотел нам туга тянуть, и тюми курдук. То бире идет Канада, хэпте. Вы бире, бу дина навру лухун территория так кара хэпте. Хорот тюгар бу алмазы навары билан лили ворулла. Олда болар хэпте. Тогора бире ка бу промышленный скометине, бу алмазы манбары скометине, тюрю дярык бут хайда турар. Оны мне бедети кобе ходунлар. Вот тундра. Иди уйдет урушлар бетер. Тауп так сахне билде турар. Бу тюрю дярыгнан дярыктан табахаттар бұт, ити Бұқшыттар бұтта болды, неме өмбелі ұсуриялар, неме тұпса тұрар, тұпсыра қалдың. Ол барыда промышленнес көметінен оңында тұрдарды. Білейін талабы тақсаны, үйбәкі дейінші болды. Бұл айы балтырап дейінші, заводдарының үсі үзбұйт бұп ұрғығар емейді промышленнеске тұптаралар олды. Бұл мен тоқтене дейін барын. Оларды ағаға седдер кетен. Бастан мен әдер жоңға Осыннан тоқты етекін барым. Кетеғи, манағи, хоқ болуқтақ, еге бәрі туу кәрқытының, бәрі өрі қылың қатымнағы, рабушы профессияды тоқты. Оның тұр, дүбой халағы бәрі яғытын, местіғатын болар, бұны жылға құтынады. Етекі, ел ағалары болар бұйыртынан, бұл құттағын, оның тұр, жүрнергөтін итергетер, жағас түріптерген көрігіпер, еге бәрі Онатын бұл үйренекендіне ұрас биографиялақ болықты. Бұл промышленнеске сөйтеке режимні зонару бөліктеліктелі, онын етеніне ұлақан бері беркені ағылды. Онын тұрдық, ұрттан бұл әте ұлыстарға күвемден ұттылманды тұқ. Ағас территориялар бар. Ол территориялары, территория традиционной предопользованиеден бағары қытынады. Он еще желательно, когда была она особо охраняемые территории местного значения. Он на те Министерство охраны природы комитета. Он багары тоже не ехать на. Он эта территория, он багары тоже там любой промышленный.
диалогка келеди. Сил боллагана уже федерация закона не драхиддетен керимектерин деп тийип. Муну төлөмөтү көрдү улус администрация. Сеп Ивановна ещё я хамахтана вон, бегун бы на выркурды крах сиртен бы связь ка скайп, но хобу муккар связь куханного хавитчи. Там алмаза навара вар был. А ну, сеп махтана вон. Вот мы все говорили, кстати, мен туда бы перспективно не вытягивал, это хвала. Дерри, танки бьяк пара. Вот того, как мы баттахар, 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 Алмаза Навара урору гаретте. Оны мен билетке канады. Бите мен улахан улар жылата. Оны те хорог атрезаган Алмаза Навара бетгерлер оны тети үлөрү кетерген бете спец техникала эм бул оны кеттерге берем алганлар. Оны те чекелешини кеде не кимлер эмне кеттен баскы. Үлөкө гани харибиз. Оны гелешпет бул 200 үлөн көп демет тосту эми улар еде эми теми кеттен алган. Махтановын Иванович, эйне сериден набор бар олоқтақтыры бар галерейра гадды. Күні көрешілер бит, маманан тұн бігеге келер түйімеқ бітігер бұ бүгінгі күнге республикатер кейіне білдер сылғығыт Николай Тимофеевич Винокуров эфирге тақсан кәпсияға бөлінгі кыстық, бұ кығыны кыстық бігеге түмні кыстық сылғыға қайдақ жайарик олтуғына кыстық. Ноутбуктарга сүйбебір хэнгадере Чепчати, Респект, Джокускай, Ленин Проспеган, Отуталтата. Мечтай шире, живи в своей квартире, АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Бүбілінгі құрдық тұмныйға сылғы қайдақ толықты хары етеннәм туық көріңі әрі-әрі бұт ұғынан өмекен атырбы сылғығытын дей қағысты батын білімен қанжыдаты Николай Тимофеевич Винокуровы күтті. Білігін бұл қалбы білімен өтер кәсі текпет, оның бағалысы Николай Тимофеевич студия керек. Әтеке әнен? Әтеке әне. Бағалысты мұнына олығының көрісі. Ты, Николай Тимофеевич, оттым бігеге еген кеңінік білер, әтіктір сылғығыпып болаған дейін. Бұ кеміне бігеге еттін түнні күрді қағанда түрінен түспетақ түнні болы, манна раға сылғыларға ме олаған қырғыстар балар болықтан сөйті. Түнні сылғыға жай еті қайдағы? Бұ бұйылғы күстікке тоқтатаққа бігегі жағастар бұ Максим Николаевич Сибиряков, Антон Дататтар. Хүддәк ұрақан күстігі әрден, тоғыз дәкіні бұйыл мәтчерен наға қалыптан, оны кәншәрі үйіметі ден, оны ұлаққан құранлар бұл бұттыры дейін. Онан ұрақан күстігі әрден әріп бұттыры. Аны болар бұл хүддәң түмнейді. Сылғы күстігір, хамы үрін орылысы қарқ Қолауырай мүкәңі 10 сантиметр қарты үсті. Қалыңы ұнтын, үйе қалымаға әтті 15 сантиметр қарты үсті. Оны ола хүгі үші өйдік қағарығар 35 сантиметр қарғы үші өйдік қағар. Алыс жарас қарғы тоңын қаман ұрар. Оны тоңын энергетті алыс күске барар. Ұнтын қалын қарғы көйен қаспаққа балығын еті өрі. Ұнтын ол ең мантағас үйе қалымағады که کلوسته گا سوالهای نگری کرده الله بیلیم بالا آن رеспوبلیک دنن اتوبیستن چه هلک کیده بیلیم بالا آن امیگر اکانکستگه دهاره تی بتوانه هی باعث تن چه هلک بچه کیران تربته
Олата был 19 прием, был 15 прием, халк какие-то. А нам было на бо, блин, бубалыня на холовор, я халмаген, испугал, татал хомбоком татунгрон надо, а халк бо прунтия дига, он на тон. Батын да лустырга. А че, эти нык лустырга, эти нык тынны харқалын болан, неби халык? Эби аттаққа холовыр. Беге қағыз тубы холовыр күрзін дағаны. Хүддегі дүккіл білер етер, оны беге сүрін туақ бұт. Саңа тихығы тұттамыт, науқаны көмілі хүннерен, науқа сөбелерін көмілі хүннерен. Оны беге біт. Толкуйдан без технологий килер бит-бит, ол көметінен бұл күстіктәрі әтенгі туаран шеуқа дүлгі етен кәлді бит. Оны мен әтеем әті қолауыр бұйылғы күстікті бігі ғылғы бұтын бартын кірет аян бітәді бит, бір әрі өр қалан тұрар, оны табы бүкіндегі баға бүгін астын бұл ұқтара. Оның болығына қолауыр әтті бір өнің ғылғы Очаулы кроот орскоттан арванна хылго олабат хүйттер бәсіпті. Оннық балығынетін өскәте қанады. Оны болы беге тоғуын төт сылықтан әте яғын төхлөйтін келерін өлі бит. Оны болы әте әппіпітір аттығын амырады хорақ қағысты өгеті, бары да қағысты өгеті технология келбәкке тұрар. Әте келерін өлі қолы бұрынна білігін үтча сылғы әлбәк Ты алту 200-215 кило болу дағылыққа керекті ақытты. 200-215 кило ати дәулер құтлалға керекті. Оның болуығына тенеға болуығын 215 килоға ағылыққа керекті. Оның яғаны қайтақ білеккіні, яғаны рекометінен үтіні жолқы білен бұхаран тұқтығын әпті. Ачағын өте күсті орта төр қаянды яғынныр. Оның болуығына бұл бігегі болуығына 5 технологи тұттынына деме бұл Hanga kini yang huru buput, bahas tar buput, mana bukan kerjanya di dini kalau belum kemelan, kini dari redaksi land, bercakap komisi juga bercakap, hol buta, kemelas itu tar buput kemelan, bukan kini hujah, nada lakti yang hulga terhuru yadlar, hujah kemelakti yang hulga tuhun sastaran korean, ucasul guna kejasul guna edar guna kajak korodu. جل برای کنیم که دخ تو ولی برای رنبار تندسی هیلی سرودن تر هست. اون نمبر لانا با کسی که میشه ولی من توصیل که تا بکنیم که تو هنگ دیان اچه البخ سیبنی آمان الله کتیان و نه ایلاقتی ارکم الله دیان سیبنی مته. اون نمبر بکنیم که خمایی که این داغ سویس را اکسپلر نان تخصص بده فکر تیپ بپولن. اون نمبر بیا سلوس بیلر با وقت بیلر خاچو کیلر نت ابیت هاتر بتره. بیولوس که خلابور اندیکنتیش میانش با وقت بود. Hukum terkait tuah pada terkait tiada, boleh inilah kon tak boleh kini terus. Abi tahat ada, walaupun hukum terkait beli entuh tiada ada. Menonton beli gen sama. Tuah mana hukum terjutin berapa hari? Kerja tu tuah par ulat hukum nan, dah itu grafik nan, grafik tanan kalau ber kanjeng itu tuah gula barang lagi berita hukum terus. Kini kanjeng spesies tuah gula ni kita. Hukumnya kan dengan mata harta bagastaga aja tuh para bertanya. Ya, nan bili hukumnya. Berita hurulan terasa. Tuna tini kembali hendirian. Hebatnya mete. Karena mana khatun bili kan hukum bilan terasa tapi hati mete uspani malah dah pola lagi. Antena yang makan ni hukum terkini hati makan jen temni bir sama hukum bolar nih nesteran. Mana temni ga kuriugis tiga yang tuh sebenarnya beringi teh. Antena. Cak hukum tahana. سامی گلام نه کمی از آتی خنده. اوه بیار آتی. یه آتی خنده تو تو هنر. حالا بهت اول تکیه بکاتر. یه آن بالا گنا. اول خنده هو خت ریسپولیکا. آنو با تو خ نویسیسکی گورالله دیلر. آنو نخاتچ هو خت. آنو بله نتی ترسه جوابتی تخاتچ تو کردیم. یه آن تو رگ یه آن اتیل هان عالم تو رگ خاتچ تو کردیم. حالا ور بهیگ بلوین بهترین نکجان سنتاگ تو رو بپم. من آنها یکیش سیب هلگن تاریخ تاپن راسکان داره میکنه هلگتن، آنو با یکیش تو آنو تار بپت، آنو کفی یهان تور بپتیش ویدن، بچه کیل لخته دیان کفی تور اندار، تون بیش سیب بیاره بتون دیگه نگتن دار آنو لذت، تو گروخت تاکترن، یهان کمتن هست، خدا بور توی در یهان در خبرت لر، آنی کستیانو باها کد قالک کیت لر، گروخت توی در، هو یهان وقت ولر، اول هگلر گروخت تختن سیفت، اد کمیاره ها بکلر. چه این دکتر
атында тинне технологиялар барта үтәрне адалактар. Сеп, Николай Тимофеевич, бехо кара чыкты һәр оны стек кара, әшергә тәһәр дубыт алло. Алло, здравла. Раба. Китак жаны хөгөтергә кылыры, бу хөгөннән үле яңа туамы кебек көрәләр дөхөкту, камнас ту хатчы ин кулы хөгө төбәтер инде. Мен бәс ул гәтте кында. Мен ул гәпнә бер хәнскәгә борулак дигәнгә. Кас үрдәкен. Ике үрдәкен. Ага. Ике самы һәп көтүрәт дип ти бу бапруга. Без бе боллагына туак дигән. Хебилеген республика диннән сүйсагын үстәнчә һөлгәттән племенной хаяслыта без сылы һәтта бүрегәннәләр. Олата онтан эрәтә катынча, аның боллагына сүйсәттүн үстәнчә нәбәлла тылгыны эти катакта таваны хаяст була көрән олар һәп. Ул җоңа кыҗы көме билген су бет кыра һәп. Бит төбәге бит тынчә хоккобай көрәләр, аны да тәрилә хаяст. Онтан ката хаяст буларга туакты хуган кереди. Ху 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 һәп. Аның була бе билген турасы һәҗә билген кала бер мин төдә һәттә үләләтем бу ти хаяст бу тәрилә мен арабакка. Табага бетерин аджизен таба үлетин эпинан каамынан бир битим табагат үлетин ыракканын аны болар хылгыма аяда ынак котон котонго ынак тута ынак сүйөндү тутам мен отон котон үлетин эмне бир дөрөбле хол үлетин эмне билен турабын аны бол билген бу политика кайдак баран эрерин сыйын алыр кыктакмын дияны мен сапты аны бол бу билинги ул республика халыктата тиханс министрлыгы тар политикада хамы хеп тәкъдим итә. Тоба дигән кына бу ынак сөйһәттән сагалатлар. Хәтта хамы бу надалах отырысыктан бу көмен агылап тора уны наһа шуга хепте. Билген отып бестенчә качыны көмеле һәргә дигән төбәтүгәр, ынак төбәтүгәр уны табахәттәр кем я һирбәттә тынчә идиләр качылалар. Тик икки сөйһәтләр булды. Олар я хамы хепте. Онтан булат билген сылгыкка би вошарып келеден. Рәнә хаҗабы тите табарсы ипнең күддүк. Хамы хеп кайтты билген. Менете туах икки хыллаты били бала улыстар бар ди хаҗабы тем. Хәтта онда мумана хаҗабы тем бу хентаран улыста гәлинең ар улыста хаҗа талабытым. Хылгыттар кәти бәям интерес тәхпен оңыр алдылар. Гыртан алдылар сөбәләтәләр дагыны. Онда көддүк кала бер бу үе бини башы үе бини 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 бала улыстар гар катагы кагылар на хашойдык хылгыны көрөлөр истерлер. Токтокы анан буенан. Оны кинә каяндыгына датасы дык тактыр хәпте. Оны валлагына оны мен тук дине тәбен хәпте. Бу сылгыттар билген камнас бит на хакыр хәпте. Кам билге хоттан көтте хәпте. Сыл көтте хот тақты бис хәпте. Оны 14 дигенчә камнас тақ бис хәпте. Хотта тол дикне хылга бидә продукция туттыра бит. Ол яп битен атыла бит бутын. Оны таһардак 12 гыга түңәт тақ бит. Эти 14 дигенчә тақ кара. Бис оны биге үгес вот продукция вот бу коратынан ки улус киннеленен бор баска оголар бу тугарлар бу теркалар кората хатан ала дак бу улус киннерин анан те качыга та хатта кола хамдас бу толак кырапты аны бала беге бу те хасим министрлер республика алта та да болдун бу ел беге наха йөттүлөр хатта хылгыттары мунян именно бу бастакы мунягы хылгыттары мунян капсаттылар провинция брестатыга Тарасенко Андрей Владимирович Бетинен онда бе инеке ким провинция брестата хол буячы Михаил Андреевич коллаборати эти жоннор бар эти жоннор мунян хылгыттарга капсап беттер аны бе ме туросу бупут Оны тон беге сылгыттар өстө туроса беттен бу хамнас кыратыр болбата ул хамнас кыратыттан бу биеге үлөһөт дитей басапты. Билген бу жой чататыр ди хада. Чататыр ди хада. Кол бир 616 бригана гыт сылгыт качылландыр. Алты 616 сүз тынча 616 гытылдыр. Иккен атынча гытылдыр хапты. Хеттон төбөнөн акта хөсү бир төбөгө хылгыта акта хөтү хопкосагына нагы туак туак тендик агалдар эте анан акта хөтүнүк таккар. Анан бола беге ыччаты таттарга ивне камна улатындарын аны беге маннык ден турушту сапты. Бидди бега датасыны ынакка 35 болла бега бит тыгынчаттан 5 тыгынчалы үддетин деген.
Очевидно, хвилин на хашу политика бадда, в ассиенции гирюшки мину на махтанавин хэпта. Холовор, кетагырларум нуватлар хэпта. Кетагырларум нуватлар. Билю нақа кетагырлар, кетагыр сүйенін нанжарықтана жон, ынақтақ болады, отып бестің жақатшыға тексер хэпта. Это на хашу. Бей болас ылгыхытта, кетагыр ылгыхытта ба. Шағаны ылгыхыттар бі тэмье, төбеғы қатшы көрілілер еті болылар. Тох наша человек был это, он на беге рано бился, тохка, и китинч жибек габисел был плоден, и вильнесел браник, лу браник, браник косар, жарл бутыгар бияха, камел хектар бива чарпе келиди мет, рано бил бихо дахтулу дажа, мот бужага Ирдуган илари пут Байдерн, Байдерн бихи коресте, кэнан миха нэнтарио лаати хэджа джамбут. Вон оттам бихи хылгы бутым браган барбах бутым билэллор, олим бихи никки суашар котрол буттара диян толку дуй джам. Ага, Николай Тимофеевич, бихи коречу кэты хэрсэп, аны стих кадяра, эфирге тахаравут, алё. Драбо. Алло, драбо. Драбо, и стэбэ тахаба хал стэб. Менту итам бу кистэн, кинекки ата Англиялы тиектаға әтеленді. Ол тиектара да оқты кене баттара. Ол мен атым ол батақтар, мен оттан білер кейім, Аймакан ұлғыт, Аймакан ұлғыт. Әмен Бенокуров. Ага, Бенокуров. Семен Ильбовыштен, әме ақтар бұл сылғыт. Ол жағы намаран жамын, әме стадаға жамын, 700-500 километр әргейін аяндан қалар атым, үддағы ұраққан болу дейханы бұн. Оны жақ айдақ болар білді. Ата ақаты тұлыйы дұны? Ата тұняғынан тұлыйы ова дейханы бұн. Атағынан тұяғынан тұлыйы ова дейханы бұн. Оны мені үйбелен тұра бұн, қолы бұр қастатынан, қол бұтары бір атынан оң чоқының айын намыран, хыннатан баран икки сатынан оң чоқының айын неққа дейін, онына масынан тиені және еққа дейін. Оны үйбелі әбәттер. Оныңық тәбеті болы тиетілер. Оныңтан білеген, на бір атынан бара бұт дейділер. Оны ол тиі оға дейін, мен іспермен. Наға ғыраққан еті аян бұл оға. Сөйіп, өсі күретші күтті хірдетілер, жарай фиргет ағарды бұт, алло. Алло. Істебет. Алло, дырабы дырым. Дырабы. Алло, дырабы дырым. Дырабы, істебет. Мен бұл кемттен Николай Стоқтың тілпонылары, сотовайын. Аха. Сөйіп, ағысты. Онна бұллана, кенегеттен қамптан бұл оқырды, кенеттен көлі әрімін, Кинига воллагана, ако си сериозен пилар на таа хронологија, каде би таа кабл се разве пита, уреди се тигнеш на таа култа ми разве пита, на таа дете воллагија, оно вола ми не беше мета, во август масијеш беше кога тен халајачин каде би капсиран тоа бад, кам багарар каде би еден беше тоа тоа нуле котен се, кола бар нејлек багалктара, алус багалктара бидејун, ека етим ди, во алус багалга беше тоа тоа биде рако нуле бад кинига багатин апте, тиер кинига не, алуска. Электронный вариант только подтвердует дни ты варить. Э? Электронный вариант только подтвердует. Джон Вилл Батин. Да, ага. Он даже толку дюдик пить. Все махтал, ага. Когда чуть ли Ренкель Бикер махтал. Телефон номер? Ага. Агус, то у сюсю бетюет. Агус, то у сюсю бетюет. Хетту салтон хетте. Хетту никки бионтюет. Агус, то у сюсю бетюет. Хетту салтон сетте. Хетту никки. Хетту никки. Бионтюет. Бионтюет. Сәп мақтал. Бұ, тінне көрәшілі бұ ватсапқы етігілері көр, әлбәк кеге мен ғылғы, хақы ғылғызын атылы хақтырым бағаралар, ұба атылы хақтырым бағаралар. Оның көме өле бұрын әп бұлады, бәй бәғат ер ұлғыз көбірсі. Әнтон, племенной қаймысты еменна атылықта қатты. Атылықта. Оттон бігігі сақауы сылғыта ден өмекөйінгі бар хылғыра аттықы әпті? Оттон ұрас қанақ сақа хылғыта ден. Ұрас қанақ ден. Ол өте мәгәжәк оны Ленскер хылғыны тұпсар, оны көңілләмәді. Аттын өте бігі бөлі ұлыстыра, Хентраны ұлыс, Илінәңәр ұлыс әген. Это то есть центральный день, Илінәңәр ұлыс. Он на бараш әпті. Оны қот ұлыстарды. Сөйіп, өсі көрәтші күтті әрістеққа, алло. Тұрғырым. Дұрабо. Бастығына талбанға мақтал, Николай Тимофеевс көрдік кейіне бұл ерігер тағар бүккін. Мен үйе бүлігін. Митерей бұл ағайден. Бәем сұлғы ертәндім үйгін. Білебін. Әманны бия кәлі әл жүбіта. Афирсан оғасыр атыйлы ағынларға. Олағандық манны бейіне. Сәң әрді бітер әрігі әксі бітті. Бұл манныға.
кенулатын туунан мен албактыга актым иттим. Буну кулайтым фескурдук кийиха жоргой, үйдө жоргойун атын иңерелдерге эбите болдулар ди. Мен этен улак 101 буригандагы отой токтубун. Эре тутабын итикени курду жанырда, үшөйт түмүктерде. Мен колбур ити хөлгө жоройдара урут бийга юабылы тобиятыгар хабыны буна баалайып кендер бар этилер. Колбур бу Николай Тимон Певес көрдүрү ити кенер кенерде дамыт тахчы де. Колбур тур югалды та аны күйүнгө терди те мен. Бу мамны жан мутон ала кара туттак бутага тамер болу. Буна ти мен этан көрөм эти кенегелерин. Бий жан мут атылах хатчы талан атылахлар ту вакту улахан. Тоғалақ күніге болу әте болу әбейіға. Сөп, мақтал. Мақталы қатты. Теникалай Тимофеевич, бері бітті бітіміктеніне, әрір оның өн түмікке бұл ғүгейт әйтшілерге тұғыт еңеді? Антон, сылғейт етігер бігігет оны тұғақ бақ күспесін сырабытын берін тұрын өлі тұрақ бұт, онына бұл әйтеп бітім көтті Бу кетах сылгынан жарықтанар, оны бу табарны сылгын етеші дейін әтәбіз сапты. Ол бір племенной танатын қайысты бұл олар барыларға тияр көміні провести оңыттар дейін. Оның. Сәп Николай Тимофеевич, бүгін әйеқі мек әлінің жетті бұқыр мақтал, бұғығын мақтаған, оны тон әйеқі өләғар әтен Джон Сәрген мақталы тәрден тиген күдік үсі күнаттына тұрағы бағырып. Күндік әрәшілер бүт бігеге бігіне бері бітін маңын түмік түбіт, оны тәп пепі күрді бігіне кәпсетер түмігінің тағырда қ We'll be right back.